Да, касатель. Значит, 800 тысяч касателей евро будет заниматься на
Да, до свидания, все три. Роман Антон, 6-й, Женя Чука, Галина. Так, Леонид Чука, Галина, да? Я контент вот еще был. Сегодня 6, Леонид Чука. Где-то метра 8, и потом а третий ярус уже туда идет где-то метров 15. Ну так, высота 20 метров вообще-то, это и антенна. Ну и там еще на высоте 20 тысяч метров стоит еще двоечная антенна. Ну тоже поворачивается, все крутится. Ладненько, я тебя, кажется, молил, задержал, Володя. Я тебе пожелал еще раз здоровья, да, вот сейчас здесь Роман Анна, три, Зоя, Роман, Василий, раз или за три, Витя, Карасовки. Да понятно, Витя, зачем ты меня уморил, с кем не болтать? У меня, может, чуть повыше, там 10 секций, около 24 метров. Но я сейчас в этом году... Лампа дефицитная,
Ну, ГК туда, ты правильно говоришь, там надо трансформатор накальный, мощный, помощнее, чем этот, естественно. Отдельно ставить, это тоже не дело. Это тоже не дело. И, наверное, там она высокая будет из этого корпуса, торчать эта ГК-шка. Вот. Ну, с нее-то, конечно, больше ватт 30 снимешь, это запросто, но, видишь, она будет... Она неразмерная, это тебе придется и человека, и транс ставить тут на высоте, и она будет из крышки, из этой видна. Вот хорошо, вот как ты задумал, вот тут полтинника в ряд поставил, вот тут они будут работать прием. Ну да, там другой корпус, все это пересыпать тоже не особо хочется. Ну, я думаю, что может быть все и получится. Может быть все и будет работать. Ну, мне вот самое главное... Рылюшки вот эти закрепить, а их 15. Закрепить я хочу хорошие. Не было его сегодня прям? Понял, Лев, спасибо. Серёга не здоровался сегодня. Ни вчера, ни сегодня, может, даже поздоровался. Пока, Юля. Так, Урал, Сибирь, кажется, Азия. Есть такие станции? РАТРИ, ЗТРВ. Вот у нас станция. Роман, Анна, 0. Вот такая станция есть? И слушай. Записал. Роман Анна 0, где Анны Павел. Вот эту станцию я записал. Еще там есть время район, я слышу. Одну секунду, коллег, подождите. Доброй ночи, спасибо. 5-9, Виктор, город Старый Оскол, это Белгородская область. 5-9, Виктор, Старомосковье. Роман Анна 0, Анна Павел, это ты, здорово, слушай. Станции, понимаете, я сказал, еще другие районы приглашали, так что я поправил. Роман 0, Анна Павел, Лексат, город Норильск. Я понял, немножко антенна даже не в вашем направлении стоит даже, но ничего, все равно спасибо за 5-9. Я вам пожелаю доброй ночи, доброго вечера, здоровья, всем три пока, а? Так, еще на регион, слушай. Вот в этом уровне. Красноперекопск, Валерий, добрый вечер, на прием. Да, всем доброго, пока. Хороших пожеланий, здоровья, все доброго, пока. Юрий, и здесь, Алексей Дикин, тоже 9 пешами. И вот так у нас получается.
получается. Валентин, итак, дорогой мой друг, я знаю, что вы телеграфист, поэтому я вам сразу, если можно, скину сюда бы вы, хорошо? А, нет, журнал «Красивый диплом», кстати. И вот это сейчас диплом. И победа тебе будет. Победа будет. В этом хамло уже не будет. То есть logradio.ru. Logradio.ru. Там очень легко регистрироваться. То есть, я не буду повторяться, но Валентин. Хорошо. Зарегистрировался, скидываешь на связь и все. Ну вот посмотри, я даже работаю журналом онлайн. Летать станции, просто летают. А на хамло есть это задержка постоянная. И плюс там мне с половиной связи, вот, данной связи, не принял, перепутал этот хамло. Он написал, мой журнал правильно пишет, а хамло принял частоту с американцами 2,600 ЕС. Что это за частота? Я на такой, я не радиохулиган. Почему мне такое засунул? Поэтому мы сейчас создали, ну как бы компания создала ради любителей именно прототип хамло, российский хамло. Да. Правильно, Юра, подскажи, значит, вот лог на радио с мужчинами одна буква, или все-таки радио написано на радио? Не, лог слит найдется, лог радио .ру, лог радио .ру. Но я в нем сижу постоянно, если не выхожу вообще, сейчас я напишу как. Вот с маленькой прямо, я сейчас стою, национальный реестр отделительной связи, вот я сейчас смотрю, сижу, вот ответку посмотрю, как она называется, маленьким можно писать, маленьким. Лонг, радио, все слитно, никаких точек, то есть потом точечка, ру, лонг, радио, точка, ру, и все, прям. Сейчас разберу, что это такое. Хорошо, попробую это сделать, но, извини, я такой айтишник, что мне лучше бить, чем ручит. Ладно, не можете задерживать. Спасибо огромное, я нажму сосинскую руку. Я вот РД. Да, вот РД. Я понял, Валентин, я вас уважаю, вы старший мой товарищ, дело в том, что можно было просто зарегистрироваться, придумать пароль и все чепуху. Там, там нет, там надо придумать, да, но это все чепуха. Почему не требует? Там надо написать дату выдачи действия позывного, число месяца год выдача и по какой число месяца год. И плюс надо быстренько сканировать и фотографировать телефоном и с телефона скинуть туда, на сайт. Ну, то есть это все делается очень быстро. Для чего это делать? Чтобы модератор увидел, что это да, это вы действительно на любительское разрешение, что вы Валентину, что у вас это действует. Потому что так могут, они говорят, туда можете голову женщину и оскорбительные слова, все что угодно можно написать. Вы же видите, что на хамло говорится. Даже на победу журнал, на победу работают. Они написали дипломы, на победу, на 6 или 5. Они написали, вы там, на модератору, мы и последний К. Я не буду говорить, что было между мы и К. И это красиво, вот на таком дипломе, а там вы там, на последний К. То есть это издевательство. Поэтому это не то, что так, вы ушли, это много, но вы не уходите всего. Вот и все. Принял, принял. Полностью передаем, так что нет проблем. Хорошо. Жму руку. Здоровья, дружище. И подходи, кстати, на Челковский наш радиоблог, так что тоже будет интересно. Пока-пока, Юр. Подхожу, я не сюда встречаюсь, потому что у меня есть свои проблемы. Там за меня отрабатывает очень четко РТД, а там Володя работает, что доводит, и все переносится, и доводится, и сообщает. Так что я все контролирую, я, у меня все под контролем, дядя Валентин. Все, давай, давай, пока. Пока-пока, Юр. До свидания. Свидания. Удачи, я нашел. Я радио 1941, Мария Боря, Кёжа. Радио Павел Ульяна. Рау Ульяна, радио 5, радио Павел Ульяна. Здравствуйте, Коля, 5-9, принимаю. Зовут меня Юлиан, прием. Юлиан, доброго вечера. Рад очередной встрече. 5-9 плюс 30. Николай
КТХ, но Солка, но Солка, Новембер, Оскар, Вера, Оскар, Выси, Кило, Америка. Смотрю, 21-23 год, у меня записи. Ну и 24-м. Поблагодарю, у меня один трансивер 950-й, и рамочка Юля. This is Ukraine, United Radio 5, United Ontario calling. Union Radio 5, Union Ocean, calling CQ40, calling CQ40 meters. Василий, Ольга Юрьевна, ты ее понял, записал. Спасибо, добрый вечер. Ромадоне, 5-5-5, Виктор, Ромасколе, прием. Acumulează o cifră de afaceri de aproape 1,5 miliarde de euro. De la Vaslui, pentru Radio Iași, a transmis Vasile Geles. Вот такие дела. Такие красивые радиоприемники есть. Душа радуется, когда такие друзья возле тебя. Спасибо вам за внимание. И надеюсь, что всю эту энергетику и тепло, которое я испытываю, когда общаюсь с этими радиоприемниками, удалось мне вам передать. Приятного вам времени суток. До свидания.